Сегодня вечером в Чебоксарах состоялось четвертое заседание молодежного совета ПФО. Одна из обсуждаемых тем – насколько эффективно работают программы в области патриотического воспитания. Все мероприятия патриотической направленности прежде всего должны быть интересны самой молодежи. Полпред предложил оценить действующие региональные проекты именно с этой точки зрения. В округе достаточно хороших начинаний. Кадетское движение, оборонно-спортивные лагеря, молодежный лагерь «Иволга», военные игры «Зорница» и «Орленок». Чуваши активно участвуют во всех проектах, в том числе и в поисковом движении. К программе «Победа» подключились все школьные музеи, а их в республике немало. Михаил Бабич заметил, расширить патриотическое пространство помогут новые, не менее интересные инициативы, которые должны исходить от самой молодежи.